вы леди церкви. С Новым годом! С Новым годом! Слава Богу! Я поздравляю всех. Я поздравляю старших. Я поздравляю младших. Я поздравляю прихожан. Я поздравляю гостей. Я поздравляю детей. Я поздравляю те, которые сейчас есть, те, которые находятся здесь. Я поздравляю даже те, кого нету. Я поздравляю вас. Бог дает нам благодать. Бог дает нам милость. Бог осияет Его светлое лицо на нас. Бог дает нам возможность еще в этом новом году представлять Его интересы и жить для Него. Еще я желаю церкви, я желаю, чтобы Бог дал нам силу жить действительно как христианин, христианин в этом новом году. Я желаю, чтобы Бог помог... Я желаю, чтобы Бог помог нам всегда иметь уточненное откровение о Нем. Я молю, чтобы Бог освободил нас от много сует, чтобы Бог дал нам силу действительно жить как духовные люди, чтобы те события, те ситуации, которые творятся вокруг нас, они не отвлекли нас от Бога, но наоборот, чтобы они притесняли нас к Богу. Я молю, чтобы Бог дал нам откровение, чтобы мы действительно наслаждали жизнь с Христом, чтобы дьявол не издевался над нами, но чтобы мы действительно, знаете, чтобы мы старили в Царстве Божьем. Я желаю, чтобы мы не боялись ничего. Я желаю, написано, что вначале было Слово, что Слово было у Бога. И я желаю вам, чтобы в начале этого Нового года, чтобы действительно было Слово, и чтобы Слово Божие стало плотью в вашей жизни. И Слово о том, что Он есть Альфа и Омега. Я желаю, чтобы вы уже поняли, что Бог уже прожил этот год. И Он только дает вам как подарок. Я молюсь, желаю, чтобы вы ни о чем не переживали, чтобы вы не страшились ни перед чем, ни перед кем, и чтобы вы всегда знаете, что искупите вас жив. И если мы будем ходить с Ним, у нас все будет хорошо. Я желаю, чтобы мы не всегда смотрели на видимое, но чтобы мы всегда смотрели на невидимое. Аминь. Я знаю, что есть много вопросов, я знаю, что есть много желаний, я знаю, что есть вещи, которые вы бы хотели видеть в этом новом году. Но я просто желаю, чтобы Бог дал вам силу доверять Богу и доверять, что Он все сделает в Его время. Доверять, что Он любит вас, чем вы себя любите. Доверять и знать, что Бог любит и делает много для вас, и что жизни хватит даже осознать те вещи, которые Бог делает в нашей жизни. И, конечно же, я желаю, чтобы Бог помиловал нас в этом году как церковь, и чтобы Бог продвигал нас, и чтобы Бог дал нам некоторые прорывы, которые мы уже достойны, которые мы уже заслужили в Нем. И чтобы всегда Его рука просто была с нами. Чтобы всегда Его присутствие было с нами. И чтобы Он дал нам силу быть послушными и всегда радоваться Ему. Я молюсь, чтобы мы просто были счастливыми в Боге. Аминь. Мы вас любим. Пастор любит вас. Я вместе с Ним. Мы любим вас. И дети растут, и они тоже любят вас. Спасибо за любовь, которую
Я всегда испытываю от вас. Спасибо за уважение. Спасибо, что вы поддерживаете наши руки. Вы очень ценны для нас. Вы очень дорогие для нас. И я знаю, что Бог, который видит сердце, обязательно даст каждому из нас по желанию нашего сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне нечего добавить. С Новым годом. Обнимаю. Аллилуйя, дорогие друзья. Давайте воздадим Богу славу. Он достоин хвалы в эту прекрасную ночь. Мы поздравляем вас с Новым годом. С Новым годом. Повернитесь друг к другу и скажите: с Новым годом, дорогой брат или сестра. Благословите рядом сидящего, стоящего. Обнимите. Пусть эта новая любовь, она изольется в сердца каждого человека, который находится рядом с вами. Подарите им улыбку. Будьте благословенны. И сейчас мы хотим сказать о том, что у нас есть до часу немножко времени, чтобы мы могли принять пищу, потому что программа у нас насыщенная, нам не будет когда сидеть за столами. И в час мы начинаем программу. И сейчас я хочу пригласить всех участников, кто участвует в новогодней программе, подойти, пожалуйста, сюда. И благословите эту пищу во имя Иисуса Христа и принимайте ее в радости. Будьте благословенны. Через 5 минут мы покажем. Сильно хлопать, ноги танцевать, прыгать и топать. Встречайте радостно, громче. Еще громче.
Церковь Посольства Божие, с Новым годом вас! С Новым годом! Не правда ли эта ночь носит такой пророческий характер? Если я правильно понял Бога, Он что-то сегодня делает, Он что-то хочет говорить к своему народу, и Он что-то хочет делать в этом новом году. Вы меня слышите? Я хочу вам засвидетельствовать, прежде чем мы будем служить. Когда-то 3 года назад я был на этой сцене, и я некоторые вещи увидел, Бог мне это показал. За эти 3 года все именно произошло так, как говорил и показывал мне Господь. Кто-то переживал то же самое? Кто-то переживал здесь то же самое? Что-то сегодня Бог нам покажет, и через некоторое время мы увидим исполнение. Потому что наша жизнь идет по Его плану. И Новый год – это все новое, скажи аминь. Это новые дела, это новые поступки, это новые высоты, это новые свершения. Это все новое. Итак, Церковь Посольства Божия, с Новым годом! С Новым годом! Со всем новым! Я рад, что я имею честь поприветствовать в вашем лице новую Украину. Я хочу вам сказать, мир смотрит с надеждой на то, что происходит здесь. Вы с нами? Мы надежда Украины. Итак, дорогая Церковь Посольства Божия, я еще раз от своего имени, от имени нашей команды, от имени нашего служения поздравляю вас с Новым годом. И, пожалуйста, принимайте все, что здесь происходит, как пророческое послание. Еще раз, с Новым годом! Если ты рад этому, что-нибудь закричи во имя Иисуса. Шумная команда, поэтому я сразу прошу у вас прощения. Эта песня называется «С Рождеством». Мы, может быть, слегка поспешили, но, по-моему, в Европе уже Рождество отметили. Тут есть кто-нибудь из Европы? По-моему, я видел некоторых людей здесь, которые служили в служении Бенни Хина. Это еще одно чудо. Я когда-то видел их на видеокассете, сегодня они были здесь на этой сцене. Не правда ли это было благословение? Итак, мы приветствуем наших друзей из Греции, поклонников, которые сидят за этим столом. Пожалуйста, поприветствуйте. Это чудесные люди. Итак, с Рождеством! С Рождеством Христовым! We'll be right back.
Иисус великий царь, и Он нам подарил царский подарок, дар вечной жизни. Он умер за нас на кресте. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе за царский подарок, Господь. Что уже не мы живем, но Ты живешь в нас, Господь. Боже, воссияй еще больше славы Твоей в наших жизнях. В моем сердце был лед, теперь течет вода. В моем сердце был гнет, а теперь свобода. Я открою секрет, открою тайну одну. Я сегодня жив, но знаешь, почему уже не я живу. Живет во мне Бог. Уже не я живу, но живет во мне Бог. Жизнь моя как водопад и как бурлящий поток. Ты спросишь, почему? А потому, что живет во мне Бог. Thank you.
Божий ветер просто на призыв Божий я ответил, и уже не я живу, но живет во мне Бог. Аллилуйя, уже не я живу, но живет во мне Бог. Жизнь моя как водопад и как бурлящий поток. Ты скажешь, почему, а потому, что живет во мне Бог. Уже не я живу, но живет во мне Господь. Уже не я живу, но живет во мне Господь. Кто в тебе живет? Уже не я живу, но живет во мне. Уже не я живу, но живет. Еще раз давай не попробуем. Уже не я живу, но живет во мне Господь. Живет во мне Господь. Уже не я живу, но живет. Живет во мне Господь. Уже не я живу. Живу, Господь живет во мне. Уже не я живу, уже не я живу, уже не я живу, Господь живет во мне. Уже не я живу, уже не я живу, уже не я живу, Господь живет во мне. Уже не я живу, уже не я живу, уже не я живу, Господь живет во мне. Еще раз с Новым годом! Дима, второй трек, пожалуйста, поставь. Я хочу поблагодарить Бога на этом месте. Если бы не Он, вся наша жизнь пошла бы совершенно другим чередом, и неизвестно, к чему бы все это привело. Я хочу еще раз вместе с вами вспомнить то, что Он сделал для нас. Это есть центр жизни любого верующего. Это источник силы, это его крест, это то место, где было совершено таинство спасения. Пожалуйста, второй трек. Дима, второй трек. Иисус, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе здесь. Мы хотим еще раз вспомнить Твой прекрасный подвиг. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Ты наш Царь, Ты наш Спаситель. Ты тот, кого так жаждет наша душа. Мы хотим больше Тебя в этом году. Мы хотим принести великую славу на эту землю через то, что Ты будешь являть себя через нас. Пусть Твой крест еще раз отобразится через наши жизни. Когда я вижу небо, его святую синь, я думаю о том, что сделал Божий Сын. Мне никогда не видеть солнца, не поднять к небу глаз, если б Он не пролил кровь и не избавил нас. Мне никогда бы не вкусить святость неба, не взлететь на крыльях в эту синеву.
жаждал, как голодный, жаждет хлеба. Я просто погибал в глубоком